Вітаю усіх глядачів та підписників. Це канал «Сейчас». Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Андрій Сідельніков, лідер міжнародного руху «Говоріть голосніше» і голова організації «Міжнародний санкційний комітет». Андрій, привітаю вас. Да, здравствуйте. Традиційно наших глядачів закликаю активно долучатися до перегляду цього інтерв'ю. Ваші вподобайки, ваші коментарі, ваші питання, ну і, безумовно, ваша підписка, якщо ще цього не зробили, цінуємо зворотній зв'язок із кожним із вас. Ну, начать, знаєте, Андрій, хочу з каких сообщений. Путін підписав указ о призыві на срочну службу в російську армію. Вот этот призыв був з 1 апреля по 15 июля. Що із этого слідує? Які процеси ви бачите? Ну, во-первых, общественно. Как это будет восприниматься обществом, а во-вторых, означает ли это, что мобилизацию, о которой мы с вами говорили, вот когда Путин переизберется, может ли он объявить мобилизацию, закрыть границы? Мобилизацию пока не будут проводить, потому что неоднократно военные эксперты говорили о том, что военкоматы, ну, достаточно им сложно справиться с там большими объемами мобилизации, если. А тут получится два процесса – призыв на срочную службу и мобилизация. Как вы тут расставите акцент? Ну, смотрите, давайте начнем с того, что ежегодный призыв, он никогда не отменялся, поэтому в порядке закона происходит вот этот весенний призыв. Что будет сегодня, ну, сейчас происходить в России? До сих пор действует указ о так называемой частичной мобилизации, который Путин 2 года назад подписал. По нему еще не набрано, скажем так, то число, которое, на которое ориентировалась администрация президента, да и, собственно говоря, Министерство обороны, это имеется в виду 1 миллион человек. Насколько сейчас можно судить, по тому указу было набрано 500 с чем-то тысяч, скажем так, 520, 530, но точных цифр сейчас никто не даст, потому что все-таки это достаточно скрытая информация, можно просто анализировать все данные, которые приходят с разных сторон, поэтому вот я думаю, что половина как раз того указа исполнена. Что касается сегодняшней мобилизации, ну, срочников, по закону, опять-таки, если говорить о законности в России, призвать на фронт не могут. Будут, безусловно, пытаться через там несколько месяцев призыва подписать контракты, чтобы они подписывали контракты, и тогда, соответственно, будет фронт наполняться. Ну вот. Но указание дано военкоматом, грубо говоря, вот во время весеннего призыва отсеивать специально, как бы, и даже не то, что отсеивать, а набирать неясно дела по тем людям, по которым вот будет уже мобилизация проходить, да, вот в течение этого призыва просто найдут, будут, соответственно, вызывать людей, действительно огромное количество, военкоматы справиться действительно как бы не могут, но они работали сейчас, по большому счету, постоянно, с момента полномасштабного вторжения, так что здесь, в общем-то, будет, я так понимаю, разделено на вот как раз часть призыва и часть людей, работников военкомата, будет заниматься набором на будущую мобилизацию. То, что она будет, это совершенно сомнений нет. Может, Путин там и все, кто во власти, говорит, что это нет необходимости. Необходимость есть. Они опять-таки пытаются как-то сгладить процессы, потому что, конечно же, ну, по полную мобилизацию, ну, общество, как бы оно не было рабским и под влиянием пропаганды, конечно же, не одобрит, по большому счету. Другое дело, что все-таки действительно огромная страна, огромное количество населения, и, в принципе, вот эти процессы, они не могут там объединены быть по всей стране. В разных регионах начнутся, безусловно, волнения из-за того, что вот начнется вот эта вот полная мобилизация. Но, с другой стороны, в принципе, вот будут, я уже сказал, призывников первые 3 месяца пытаться как-то обучить и заставлять, на самом деле, реально заставлять под видом разных предложений, заманчивых предложений, сделать так, чтобы вот призывники подписали контракт. А заманчивые предложения – это что? Деньги. Сегодня это деньги. Сегодня это деньги. Не сколько даже будущее обещание поступления в вузы, все это как бы есть, но
Опять-таки, на это люди вряд ли клюнут, когда у них есть шанс просто вернуться грузом 200 оттуда. Но, с другой стороны, ведь призыв с 18 лет идет, да, и 18-летние пацаны, по большому счету, мало могут, тем более, в общем-то, они, конечно, считают впереди, и соблазн больших денег по контракту, которые, естественно, не будут исполняться. Мы тоже это все прекрасно понимаем, но... Когда, представляете, вот молодой человек, он еще не работал в жизни, он денег вообще таких глаза-то не видел, у родителей таких денег никогда не было, которые предлагаются ежемесячно по контракту. Поэтому я думаю, что дурачков таких будет достаточное количество, вот их бросят уже там через несколько месяцев, как раз можно ожидать, что их бросят на фронт. Опять хочу подчеркнуть, здесь, безусловно, зависеть будет, конечно же, и от общества. И, ну, я уж не знаю, вот родители 18-летних ребят, как сейчас вообще смотрят на то, что вообще их забирают по призыву, потому что все-таки понимание того, что попасть на фронт, очень большая вероятность, но все-таки в обществе существует. Вот, так что, ну, будем наблюдать, смотреть, как это будет происходить. Ну, тенденции, то, что будет принимать власть, в общем-то, наверное, как бы более-менее понятно. Ну что ж, с 1 апреля это все начнется. Будем следить за развитием событий и оперативно это анализировать. Тут уже о свершившемся факте с вами хочу поговорить. Сегодня утром этот стрим нашим зрителям по многочисленным просьбам скажу, что мы записываем в 14.00 по киевскому времени 31 марта. Так вот, с самого утра, 31 марта, появлялись во многих, в частности, российских пропагандистских пабликах информация о том, что ФСБ проводит контртеррористическую операцию в двух городах Дагестана. Речь шла о Махачкале и речь шла о Каспийске. Вот по состоянию на тот момент, когда мы записываем этот стрим, уже известны подробности. И об этих подробностях российские пропагандистские медиа отчитались. Значит, ночью спецназ ФСБ заблокировал, как они пишут, террористов в нескольких жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. Уже утром ФСБ отчиталось, что задержало трех человек, которые якобы планировали совершить террористические преступления. Что происходит, Андрей? Происходит просто, на самом деле, увод информационного пространства от трагедии в Крокусе, от теракта в Крокусе, и такая вот сейчас идет типа отчетности о работе правоохранительных органов, спецслужб российских, для того, чтобы общество все-таки меньше задавало вопросов, почему так случилось, что... На место теракта правоохранительные органы приехали очень-очень поздно, хотя мы знаем прекрасно, что там достаточно было сотрудников полиции вокруг, да и, собственно говоря, в общем-то, оперативности они не блистали. Ну вот, нужно как бы отчетность, нужно проявить, опять-таки, все показатели работы, что правоохранительные органы держат... На страже стоят, значит, на благо общества. И, соответственно, как бы, ну, вот они заблокировали ночью, и троих якобы террористов взяли. А спрашивается, да, то есть там только трое. Два города блокируют, людям мешают, да и, собственно говоря, волнения определенные в обществе начинаются, потому что ведь мы понимаем прекрасно, что никаких террористов никто не взял, это просто, в общем-то, такие показательные выступления для того, чтобы действительно показать, что правоохранительные органы работают. Они доказали, что они бездействовали в время теракта в Крокусе, и теперь нужно достать упущенное. Бездействовали, но, тем не менее, после этого многие масс-медиа писали о том, что и Патрушев, и Бортников позиции они свои укрепили. А как так произошло? Вот вы говорите о том, что эти все контртеррористические, да, операции сейчас ФСБ проводят о том, чтобы в обществе меньше задавали вопросов. В обществе начали много задавать вопросов? Ну, слушайте, не в обществе, вот как у нас принято было в Советском Союзе, вот наши зрители, кто жил в то время, наверное, помнят, что, в общем-то, разговоры подобные
и политические разговоры, они велись на кухнях. Поэтому сейчас вот время аналога советскому, и на кухнях эти разговоры идутся, потому что в обществе задать как бы напрямую вопросы невозможно, а если эти задаются вопросы, то, конечно же, машина государства просто закатывает этих людей по полной программе, это сроки. Мы видим прекрасно, как за посты, там, за какие-то комментарии в социальных сетях люди получают реальные сроки. Так что общество, конечно, напугано, и напрямую мало кто будет это, в общем-то, спрашивать с государства, с органов власти, как бы отчетности того, что, в общем-то, происходит, чтобы была людям рассказана правда. Мы видим, как работает российская пропаганда, и, в общем-то, здесь надеяться на то, что вот в один прекрасный момент, вот прямо, не знаю, там, ближайшее будущее, общество российское очнется от этой пропаганды, ну, просто нет возможности, мы прекрасно понимаем, что этого не произойдет. Ну вот, но, тем не менее, вопрос террористический. Тем не менее, на кухнях это обсуждают. Нет, на кухнях это обсуждают уже как бы, достаточно долго. Это не началось обсуждение с момента теракта в Крокусе. Естественно, просто мы видим прекрасно, что права и свободы в России просто закатаны под асфальт, и реально человек бесправен. Так что здесь обсуждение, безусловно, происходит уже давно на кухнях. Ну вот, так что здесь нету никакого, скажем так, ничего нового мы не видим. Мы видим прекрасно просто повторение с учетом времени, с учетом вот там 21 века тех событий, которые происходили и как общество себя вело в советское именно время. Так что здесь нету, скажем так, причин чему-то удивляться. Ну и, в общем-то, как я уже сказал ранее, совершенно понятно, как будет действовать власть. Репрессивная машина сейчас будет разгоняться. Разгоняться и разгоняться, потому что, в общем-то, вот это закручивание гаек, оно не дает возможности остановиться, потому что люди привыкают к условиям. Вот даже к этим ужасным условиям люди привыкают. Так что здесь приходится власти только, как говорится, идти вперед по закручиванию гаек. Ну вот, я могу сказать, как комментировать это таким образом. Смотрите, Андрей, интересный момент. Северный Кавказ, да, и Дагестан. Перед терактом в Крокусе, там же российские спецслужбы тоже отчитывались о том, что якобы они проводили какую-то операцию, тоже обезвреживали каких-то террористов. После теракта в Крокусе то же самое. Это все касается вот как раз региона Северный Кавказ. Давайте просто в истории немножечко, буквально на несколько секунд переметнемся обратно, да, и вспомним, как взрывались дома в Москве, как был Беслан, как отчитывались и какие действия публичные проводили правоохранительные органы, как реагировала вообще как бы власть, как общество реагировало на эти события, как, в общем-то, после Беслана совершенно без какой-либо логики и связи отменили прямые выборы губернаторов. То есть вот сейчас вот мне даже самому любопытно, интересно, что же Путину подсунут в этот раз, что же нужно еще отменить, не связанное с террористической деятельностью, вообще с терактом. Просто даже действительно это вот у меня на ум ничего не может прийти, по большому счету, то, что вот там мы говорили о там мобилизации и закрытии границ, но это все это говорилось и до, и анализировалось до, и это все будет произойдет, и независимо от теракта одного, другого, третьего. А вот действительно, какие такие вот нелогичные действия предпринят российская власть в связи с терактом в Крокусе, ну вот мне действительно самому любопытно посмотреть на это. Госдума говорила о смертной казни, о возвращении. Ну, это опять-таки, еще раз говорю, это к теракту не имеет никакого отношения, по большому счету. Об этом говорилось внутри российской власти, запускались вот эти вот обкатка, как говорится, общественного мнения по поводу отмены смертной казни задолго до теракта в Крокусе. Поэтому прямую все-таки я не стал бы это связывать. Ну, а потом, когда случился теракт, пришла информация, ну, в общем-то, даже, ну, многие просто аналитики одновременно не сговаривались, предположили первое, сразу вспомнили вот этот пресловутый рязанский сахар, сразу вспомнили и сразу говорилось о том, что за этим стоят российские спецслужбы в том или ином виде,
и сразу же сказали, что власть будет искать и назначать виновными украинскую сторону. Все вот это, по большому счету, и произошло после того, как вот началась вот эта информационная атака и разгон информации после теракта в Крокусе. Так что, опять-таки, власть предсказуема, к сожалению большому, она предсказуема, и ничего хорошего, конечно, нам не сулит ее действия вот на подобные явления, как теракт в Крокусе. Так что здесь, еще раз говорю, они не изобретают велосипед, они просто берут по кальке те методы и те события, которые происходили. Так что опять, вот, ну, если бы они что-нибудь новенькое в связи с вот этим нашим новым информационным 21 веком что-то придумали, это было бы одно. А так, в общем-то, они не заморачиваются и как по кальке идут и производят те действия, которые уже мы видели и не раз. Но тут калька, но не совсем калька. Смотрите, какая история интересная получается. ИГИЛ на себя берет ответственность за этот теракт. Более того, грозится следующими терактами. Официальные лица Соединенных Штатов, Великобритании, они говорят о том, что они предупреждали Россию заблаговременно, о том, что готовят. Это не они говорят, они предупредили, это было в мировых средствах массовой информации, это не была закрыта, не были закрыты источники, которые передали российской стороне. Мы это все видели, мы это знали, и действительно публично Соединенные Штаты и Великобритания призывали своих граждан не приезжать в Россию и не быть в России. Я вообще не понимаю, кроме дипломатических работников, какой нормальный, не знаю, там, американец или гражданин Великобритании может поехать в этих условиях в эту страну, когда Россия является террористическим государством номер один. Ну, давайте вспомним опять-таки тех же, там, не знаю, американцев, которые ездили как туристы в Северную Корею. Ну, это, в принципе, сейчас аналог прям полнейший. Поэтому мы это все знали, информацию, российские правоохранительные органы были предупреждены, и в силу того, что не было предпринято никаких шагов, никаких действий, можно сделать один из выводов, что с ИГИЛом были связаны и российские спецслужбы. Я не говорю о том, что именно вот прям вот планирование этого теракта, это совсем, наверное, было бы, наверное, ужасно так думать об правоохранительных органах России, но тем не менее мы помним, как они взрывали дома, мы помним все эти вещи, и за теми терактами стояли уши, торчали полностью ФСБ. Так что почему мы сегодня должны думать о том, что это не совместная операция с ИГИЛ, например? Где, например, доказательства? Кто нам докажет, что они непричастны, когда все в истории указывало на наличие связи российских спецслужб с теми тракторами, которые были в России. Так что здесь они пока не убедительные доказательства обществу российскому и западному миру не предоставят, они виновны априори. Тем временем, смотрите, о чем говорит сама исламская группировка. В медиа, которая распространяется от имени этой группировки, вышла статья, достаточно в такой издевательской форме, в адрес России, где отмечается следующее. Дословно процитирую публикацию. «После громкого поражения Россия не нашла иного выбора, кроме как направить обвинения в сговоре против своих противников в западном лагере, чтобы уклониться от признания своего великого провала перед лицом муджахидов». Читать ли это пощечиной ФСБ и Путину лично? Я не считаю, что это пощечина. Я могу допустить, что это спланированная такая операция, операция прикрытия. И, в общем-то, ну, а где раньше? Вот опять спланировано ФСБ и ИГИЛ, правильно я понимаю? До так называемых выборов Путина, да, когда вот 17 марта ему написали пятый незаконный срок. Где же был ИГИЛ до этого? Ну, например, третий год идет полномасштабное вторжение в Украину, геноцид украинской нации. А ИГИЛ как-то не было видно. Как-то вот случилось вот эти фейковые выборы, и необходимо сплотить общество. Но опять-таки по истории, мы анализируя, после подобных случаев действительно
общество до общества разных стран. Ну и сейчас мы говорим про российское общество, оно всегда сплачивалось вокруг власти, какой бы власти ни была. Поэтому это, опять-таки, логичное продолжение тех событий, которые мы все видели. Так что здесь пощечина это не пощечина, это действительно может быть операция прикрытия, но тем не менее нужно тоже понимать, в Кремле огромное количество башен, которые воюют между собой, поэтому здесь не говорить, нельзя говорить о том, что это прямо там, не знаю, там Бортников или значит, кто-либо другой прямо визировал подобные вещи. Конечно же нет, спецслужбы таким образом в мире сейчас не работают, тем более, что после вот это указа о мобилизации частичной, огромное количество агентов в мире растворились, когда побежали из России. Это была лучшая, на мой взгляд, операция российских спецслужб во всю историю мировых спецслужб. Когда сегодня непонятно где, непонятно кто, в общем-то, по миру просто исчез. Вот исчезло, где эти сотни тысяч людей, которые бежали после указа о частичной мобилизации. Вот они проявятся через 10-15 лет. Большинство из них стоит на учете в российских спецслужбах. Я не говорю, что это прямые агенты, которые получают зарплату. Но спящих агентов сейчас по миру Путина, российские спецслужбы, насовали просто огромное количество. И это будет огромной проблемой в дальнейшем для демократических стран, союзников Украины сегодня. Когда в одной Великобритании десятки тысяч уже легально проживает пособников Путина, это станет угрозой национальной безопасности Великобритании. То же самое будет происходить и в других странах, где осели уже и приехали новые, так называемые, релоканты. Через 10-15 лет мы это увидим все. Если сегодня не будут предприняты достаточно жесткие шаги по пресечению вот этой вот будущей шпионской террористической деятельности, то сегодня уже нужно думать об этом, и органы в разных странах должны, во-первых, как-то реагировать. Ну, в Великобритании мы пытаемся правительство, скажем так, предоставить теоретически возможные ходы, как можно избежать дальнейших угроз и проблем. Но это сложный процесс, потому что, ну, это же не явные вещи, это очень сложно, во-первых, доказуемое, а во-вторых, ну, все-таки российский менталитет на Западе до сих пор непонятен. Так что нам, например, те люди, которые борются с путинским режимом из границы уже многие годы, всегда достаточно сложно убедить политиков западных стран в тех или иных шагах. Ну, история опять-таки показывает, что мы почти в основном были правы там последние 10 лет. Но это разве что-то меняет? Выводы-то, в общем-то, делаются, когда наступают на грабли. А мы хотим, чтобы все-таки грабли, как у нас в России говорят, да, соломки подстелить, чтобы не было проблем. Потому что мы видим, очевидно, эти проблемы в будущем, уже не связанные там с войной России, Украины и западным миром. Это действительно эти люди будут угрозой национальной безопасности тех стран, где они проживают сегодня. Андрей, хочу с вами обсудить публикацию, которая вышла в Блумберге. И в этой публикации речь идет о том, что российский крупный бизнес сейчас очень нервничает из-за набирающей обороты национализации предприятий России. Более того, сейчас эти аресты накладываются десятками, причем разные активы от макаронных производств до ферросплавных заводов. Но это такое возвращение в 90-е. Как к такому рейдерству сейчас будет относиться крупный бизнес? Как это обострит войну башен Кремля, о которой вы, кстати, уже упомянули? Ну, в 90-е все-таки рэкета государства не было. Вот в прямом виде, в котором сегодня это происходит, все-таки таких вещей не было. А как хотели эти бизнесмены? Они, там, ну, будем считать, с 2012 года, с третьего незаконного срока Путина, обогащались, коррумпировали и власть, и общество, и не понесли ответа. Ну, конечно же, слушайте, 25-й год Путина власти, выросло уже целое поколение, которым тоже необходимы определенные пряники и финансовые куски
А где это брать, когда нету? Конечно же, придется, значит, дербанить тех, кто менее лоялен. Ну вот, вот да, вот последние там события на неделе я слышал, что Челябинский, вот там Макфа, макаронная. Так это же принадлежало бывшему губернатору, пособнику и преступнику, который сегодня проживает и довольно неплохо в Великобритании. Да, он как хотел, там видно, был член Единой России. Он хотел, чтобы за ним не пришли. Это своего рода возмездие. Да, оно совершается сегодня преступной властью. Но тем не менее, так или иначе, каждый, кто причастен к этому террористическому преступному режиму, получит это возмездие в той или иной форме. Поэтому, ну пусть друг друга дербанят, да, опять-таки, пусть вводят смертную казнь, пусть ужесточают законодательство уголовное. Они же все пойдут именно по этому законодательству, которое сами написали. Они почему-то думают, что это их не коснется. Пусть скажут спасибо, что они попадут под суд. Они будут по Тверской висеть на фонарных столбах. Понимаете? Поэтому пусть чем больше они будут между собой биться, ругаться и обкрадывать друг друга, тем быстрее расшатается вот эта вот вся система. Ее нужно выкорчевывать в дальнейшем будет. Поменять уже ничего невозможно. Сохранить уже ничего невозможно. Эту всю систему вместе со всеми этими преступниками и пособниками нужно будет выкорчевывать. Предстоит огромная тяжелая работа после падения путинского режима. И каждый, кто причастен к этой системе и к этой власти, понесет ответственность и получит возмездие. Кстати, в контексте возмездия, да, и причастности, бойцы РДК анонсировали цикл расследований о военных преступниках, серийных убийцах, причастных к гибели тысяч жителей Украины, множество людей по всему миру. Скажите, пожалуйста, вот, во-первых, прокомментируйте это заявление, кому оно в первую очередь адресовано, и как быстро результаты этих расследований, эти расследования могут быть представлены? Ну, я честно могу сказать, я просто сейчас не нахожусь пару недель в Украине, я на следующей неделе вернусь в Киев, у меня не было возможности встретиться с представителями РДК, я надеюсь, что там в ближайшие недели у меня получится, скажем так, не только эту информацию узнать, ну и вообще, как обстоят дела сейчас этого региона. Ну, обращено это, наверное, все-таки российскому обществу, скорее всего. Хотя, мне кажется, это немножко бесполезно, потому что люди просто не хотят слышать. Они не хотят слышать, они задурманены пропагандой, они, в общем-то, в массе своей, да. Хотя, опять-таки, вот эти рейды «Легион свободы России», РДК и «Сибирского батальона», которые мы наблюдали в марте месяце российскую территорию, говорит о том, при общении бойцов с населением местным, надо сказать, что отрицательных эмоций население не высказывало по отношению к добровольцам российским служащим ВСУ. Поэтому это дает определенную надежду, что, в общем-то, когда вот будут дальше заходить и продвигаться на российской территории российские добровольцы, все-таки будет и помощь от местного населения, потому что все прекрасно понимают, какая власть в Кремле. Другое дело, что у людей нет возможности бороться. Им нужно и показать пример, ну и, собственно говоря, должны быть какие-то реальные удачи и продвижение, потому что, в общем-то, ну, мы понимаем, что отрицательные какие-то моменты, они всегда сказываются негативно по тем или иным событиям. Так что здесь, ну, наверное, к российскому обществу, а то, что эти люди, которые будут расследовать, являются действительно серийными убийцами, насильниками, мародерами, мы это знаем, потому что мы видели, как из российских тюрем на фронт набирают это припущенное мясо из уголовников. Так что, если бы этого не было, ну, наверное, бы такие случаи, безусловно, они случаются и не от, скажем так, от преступника, который был со стажем. Но, в общем-то, ну, может быть,
опять-таки, кто-нибудь, если несколько человек хотя бы задумываются и не станут выполнять преступные приказы российского руководства, это уже хорошо, значит, это расследование было правильно. Давайте подождем, опять-таки, какие нам предоставят данные по расследованию, потому что заранее загадывать и говорить, я даже не знаю, каких конкретных лиц будут расследовать, поэтому, ну, предоставим, раз РДК считает, что такое расследование необходимо, ну, значит, вот лично я как бы доверюсь им, потому что сегодня это одни из оппозиционеров, да, все российские добровольцы в составе ВСУ сегодня это оппозиция, а не те, кто стоял в очередях и легитимировал режим Владимира Путина. Я сейчас имею в виду тех людей, которые за границей вставали в длинные очереди и приходили на участки избирательные, чтобы легитимировать этот режим. Так что оппозиция сегодня действительно это Легион Свободы России, РДК, Сибирский батальон и те люди, которые помогали, помогают и продолжают помогать. Так что все остальные просто, ну, сами себя высекли и просто, ну, не знаю. Вот, на мой взгляд, нужно просто взять и иметь мужество и уйти в тень, и не мешать реальной оппозиции бороться с преступным террористическим режимом Путина. Андрей, благодарю вас, как всегда, за интересную беседу. Благодарю, что находите время и возможность присоединяться к нашим стримам. Берегите себя, я всегда вас рада видеть на канале сейчас. Спасибо, спасибо вам. Андрій Сідельников, лідер міжнародного руху «Говоріть голосніше», голова міжнародного санкційного комітету, був разом із нами на стрімі. Традиційно наших глядачів закликаю бути активними під час перегляду цього інтерв'ю. Це значить ваші вподобайки, ваші поширення, ну і ваша підписка, якщо ще цього не зробили, на канал «Сідельников».